Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся переводить дроби десятичные в обыкновенные. Итак, предположим, нам дано 0,2. Значит, для того, чтобы перевести в обыкновенную дробь, мы должны двойку поставить в числитель. Произнести еще раз 0,2, значит, в знаменателе будет 10. Если вы не умеете читать дроби, да, и говорите 0,2, есть же и такие варианты, поэтому мы иногда можем сказать так, что сколько знаков после запятой, столько нулей будет в знаменателе. И теперь мы эту дробь сокращаем. На 2. 2 поделить на 2 – 1. 10 поделить на 2 – будет 5. 1/5. Далее. Давайте возьмем еще одну дробь. 0,6. 6 пойдет в числитель. В знаменателе будет 1 и столько нулей, сколько знаков после запятой. После запятой один знак мы ставим 1,0. 6/10. Сокращаем на 2/3. Предположим, нам дана 1,1. И нам надо перевести ее в дробь. Итак, 1 целая мы так и оставляем. А 1/10, 1 пойдет в числитель. В знаменателе 10. 1,1. Если вы хотите перевести в неправильную дробь, 1 умножить на 10 – это 10. Прибавить 1 – 11. 11/10. Ну, например, это может понадобиться при умножении. 1,2. Переводим в дробь. Получаем 1,2. Если вы не можете произнести, вы считаете знаки после запятой. 1, 2, 3. 3 нолика будет после единицы. И сокращаем на 2. Получаем 1/500. 1,1. Значит, если вам необходимо перевести в неправильную дробь, то вы 1 умножаете на 500 и прибавляете 1. Получаем 501/500. Так, давайте рассмотрим еще один пример. 5,25. Ну, вы уже знаете, что в знаменателе будет 100. А значит, мы пишем 5,25. Посчитали знаки после запятой. 2 знака, 100 в знаменателе. И сократили на 25. Получили 5,1. Если необходимо перевести неправильную дробь, то 5 умножаем на 4 и прибавляем 1. Итого 21/4.